Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем наш трэш, продолжаем прохождение новой локации. Я не знаю, как ее назвать даже. В общем, попробуем сейчас с вами пройти на втором аккаунте, посмотреть, что же с этого получится. Там у меня герой не прокачан, сила не раздута. Оно получше, чем на Сардельник. К сожалению, я завтыкал первое пройти. Не было времени, пилил вам видосы. В общем, попробуем сейчас на первом. Посмотрим, что с моей силой. 335. У нас есть некоторые герои более-менее вкачанные уже. Попробуем с ними затащить. Я не буду даже специально расставлять там питомцы, все остальное. Я надеюсь на то, что нашей силы хватит, она будет адекватная для того, чтобы пройти хотя бы первое. То есть у меня вот такие вот герои, я не буду их там мега прокачивать, то есть стандартный набор, остальные все даже без прорыва у нас, то есть мы будем с вами расфаниться, веселиться, посмотрим, что в итоге с этого получится. Такой вот набор героя возьмем, поехали. Хватит ли нам этого? Вот это вот самое интересное. Позади поставим. Вот такой вот состав у нас первый будет. У меня нету здесь, кстати, смотра. До сих пор я смотрителя здесь не открывал. Поэтому интересно. Буду брать я точность, я уже показывал, что именно с точностью. Здесь проще всего слить хотя бы тех же самых ронинов, потому что у многих ребят проблемы с ронинами. Поэтому я буду стараться брать точность. Крит рейт, в принципе, тоже надо брать. Отхил я не буду брать. И немножко дамага. Деф тоже бессмысленно, как по мне. Так, надо на ворожея все-таки поставить. О, Арктика пошла. Ну, видите, уже вторые эволюции. То есть 300к, у меня уже вторые эволюции есть. Уже веселуха начинается. Я думаю, первым мы должны таким составом без проблем затащить. Так, атланты веселые. Соберем ворожея, на ворожея поставим рюмку, чтобы сразу включался. Я, в принципе, выбираю эту энергию, они заряжены. Не должны они, я надеюсь, слиться. Но здесь однозначно нужна точность. Потому что, как видите, рунинов дофига. И у многих с ними будут проблемы. А с точностью более-менее неплохо смотрится все. Так, и что у нас в итоге по первому этажу по точности? Плюс 40%. Вроде у нас никто не дох. Что за срань? Почему я не могу собрать сундук? Начинается, ребята, веселье. Блять, куда нажимать? Где его забрать? Я хочу перейти. Ау. Это просто же. Это называется, ребят, удача. Протестированная локация.
Я уже не знаю даже, как это назвать еще. Что это за хрень? Вот как мне получить этот долбанный сундук? Ну хорошо, я нажал на закрыть. Вот что вы на это скажете? Вот это нормально, блядь. Создать локацию, в которой, по сути, мало того, что, блядь, ни хрена не протестировано, так еще и ты прошел, и ты не можешь забрать награду. Вот что это за фигня? Вот смотрите, я ни хрена не могу сделать. Где бы ни нажимал уже. Просто бредняк. Попробуем выйти с игры. Перезайти. Вот так вот, ребята, IGG делают и локации, и игру всю, и запускают их. Это просто вот какой-то, блядь. Как после этого не должно бомбить? Ну, я вижу, что сундук, отдайте мне его. Блядь, это просто пиздец. Знаете, что это за прикол? У нас просто места не хватало. Я, конечно, англичанин еще тот. Ладно, же вам повезло. Просто, блядь. Вот скажите, вот я здесь нажимаю везде, и мне ни хрена не пишут, что я могу забрать. Только единственное, когда я уже нажал аж ниже, 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 тогда я только увидел. Блядь, красавчики. О! Начинается трэш, ребята, начинается трэш. 300к, и мы уже имеем первое веселье у нас. Кто у нас посливался? Кто у нас сливун, ворожей? Нифига себе. Ворожей и Феникс. Вы чё, ребята? Вы чё? Чё вы такую подставу делаете? Понятно. Что с тобой понятно, бро? Вот у меня тут ни СО нету, ни хрена, бомжа, короче. Ладно, сейчас хоть как-то соберем их. Вообще печально. Надо, кстати, питомцев понабирать. Ох. Да уж. Соберем хоть каких-то героев. Так-ка. На это пусть будет такой. И 4. У нас еще такое. Раз, два, три, 4. Делаем ремочку. Но сути это не меняет, ребят. Все равно это просто печаль. Это локация. Она у нас даже без агнитации. Так, вроде всех собрал. Поехали, их сейчас резнем с вами на последние шиши. Я, в принципе, можно и не резать. Мы дальше сможем их резнуть. Поехали, я думаю, мы таким составом все равно будем тащить. Это не точно.
Ну, оккультисты, ребята. Оккультист – это тема. Вот реально. Блин, добавлять крита, либо атаку увеличать. Блин, атаки немножко. Если там Бугимен отжигает. Я попробуем резнуть. Посмотрите на этих Бугименов. О, вот Фрей начались уже. Начинается веселье. Фрея с маскировкой. Спасибо, IGG. Именно этого я хотел. Хотя бы зашитали ее. Так, кто там у нас ворожая восстановили? Ина нету. Давайте хотя бы землеройку поставим. Пусть постоит. Хоть постоит, пусть. Но это не прокачанные герои, сила 300к, в принципе, плюс-минус, без смотра. Сейчас нормально все. То есть средние. Посмотрим, что будет дальше. Два героя с 30-м прорывом. Еще одного восстановили. Так что тут у нас уже начинается огник. Сейчас посмотрим, ребятушки. Это еще первый левел. Точнее, уже второй. Какой первый? Кто у нас слился? Кто-то что ли? Не, вроде все живы. А, землеройка слился. Ну, это нормальное явление. Здесь хоть нас пустило сразу дальше. Так, ставим Феникса. Смотрим. Зефир. IGG, красавчики. Но мы, конечно же, через Зефира не пойдем. А что они творят? Есть такая уже Зефир. Огник. Что сюда, наверное, пойти. Ну, еще более-менее, я вам скажу, по сравнению, лучше, конечно, чем Сарделька, но хуже аккаунт, чем основные, но хоть получше проходится все. О, третьего лавала, нифига себе. Возьмем атаку. Ну, более-менее терпимо. Пока терпимо. Что у нас в итоге? 350, 64, 15. Ну, атаку мы так нехило раскачали уже. Сейчас любая отражалка, и мы просто атланцы живые. Мы просто попадаем в просак. Опять троечка. Резать у меня никого не надо. И живо. Значит, поехали сюда. Воу-воу-воу.
Оба творить чудеса. Это просто капец. Да. Так, энергия нам не надо, берем точность. Тут у нас будем хоть немножко смотреть, что рядом есть. Ну, попадаем по центру, чтобы однозначно попасть на два следующих выбора. То есть надо внимательно смотреть. Так, ну я думаю, еще точности добавим. Это не помешает. Космо. Так, берем атаку. Более-менее. Зефир 215. Я угораю с них. Так, моих минус нули уже. Огник. Мы держимся еще. Более-менее мы держимся, ребят. 8500 входящий по угнику. Но не 5, как на основе. Хоть радует. Затащили. Затащили, но половину состава потеряли. Но видите, не могу восстановить. Так, ну что у нас тут? Тут у нас веселые ребята. Но более-менее, я вам скажу, еще терпимо. Поехали. Наверное, мы тут сольемся. Да. Ай, джи-джи. Пусть Зефир хотя бы немножко подамажит их. А, там ворожай есть. Что он тут их подамажит? Он ничего им фактически не сделает. Хоть кого-то пусть поубивает. Так, Фрейя, Огник, Ворожей. Три противника у нас осталось. Ну, терпимо. Более-менее, я вам скажу, мы дошли. Хорошо, что Зефира здесь нет. Мы дошли. О, неплохо, смотрите, вообще. Огника слил, тут ожил. Соживой. Вообще нормально. Так, отлично. Нормальный, кстати, дамаг у Зефира. На атаку. Вот атака точности, я, ребята, вам скажу. И дает свое. Я не знаю, что там мы с Фрейей сейчас будем делать. Будем пробовать. Плюс ворожей остался. Осталось два. Нам все равно приходится тратить самики. Просто пипец. Давайте откроем сундуки. Может, там у нас что-то интересное будет. Срань так, кстати, не выпало. Да, придется за самоцветы. Ну, поехали. Попробуем, по крайней мере, получится у нас или нет.
Если что, не наскребем. Так, ну окей, поехали. Собираем пачку обратно. Попробую взять землеройку сюда, чтобы блокировала. Хотя там есть ворожай, поэтому попытка не пытка. Так, минус землеройка, но зато здесь вроде более-менее нормально. Там ворожай походу был, я не знаю с чем. Землеройка просто улетел сразу. Но прошли. Можете меня поздравить, хоть где-то мы с вами прошли. Так, берем атаку. Successfully. Ну, спасибо, ребят. Ждем следующую неделю. Это, конечно, длительное занятие и невеселое. Но хоть здесь мы прошли. То есть, как видите, средняя сила 300-400к терпимо более-менее. Ну, хотя мы опять же зефиром мы тоже встречали. Не знаю, посмотрим. Пишите комменты, что вы думаете. Вот такие вот у меня были параметры. А я вам сейчас их, в принципе, смогу показать. То есть я точу точность плюс атаку. В принципе, более-менее оно мне помогает. Точность однозначно нужна. Все, всем удачи, всем пока.